в любой другой стране, кроме Украины, нас воспринимают как иностранцев. Как бы мы хорошо не разговаривали на языке той страны, как бы мы не хорошо проводили поединки, но мы легионеры. И только здесь, на Украине, в Киеве, мы представители Украины, представители нашего города. И я думаю, что, несомненно, публика, я не думаю, я слышал это, я видел, настолько переживала сильно за наши поединки, настолько сильно переживала поражение. Это было не просто поражение Володи, это было поражение очень многих болельщиков. Киевские болельщики болеют с душой. Обычно я хочу показать красивый поединок телезрителям, зрителям, публике в зале, чтобы этот поединок понравился. В этом же случае мне было все равно, понравился мой поединок или нет. Я хотел как можно быстрее закончить бой и присоединиться к моему брату. Франческо Спинелли. Очень неудобный соперник. Спортсмен левша. Точно такой же высокий, как и я. Я изучил этого спортсмена очень хорошо предварительно перед поединками. Я просмотрел очень много поединков, которые Спинелли проводил. Изучил все его ошибки. Изучил все его слабые и сильные стороны. И постарался для сильных его сторон найти противоядие. Слабостями и ошибками постарался воспользоваться. Но, тем не менее, бой, как я считаю, не получился. Бой получился скомканный. Я этот бой не боксировал. Я этот бой дрался. Это вполне понятно. Если люди, стоя за канатами ринга, плакали, видя поражение Владимира, то каково было брату? И, естественно, Франческо Спинелли, мужественный спортсмен, вот этот шквал ударов держал до какого-то определенного момента. Да, это была драка. Но мы понимаем состояние Виталия. Соперник просто был сломлен уже морально, видом, самим видом брата побежденного боксера. И отдадим ему должное. Какое-то время он продержался на ринге, и был зафиксирован победный результат в пользу Виталия Кличко. Вот она, эта драка, как сказал Виталий. Но это все-таки бой. Как ни говорите, а присутствуют элементы боксерской техники. Спинелли держал удар, а затем понял, что это бесполезно. Открыть счет и не стоит продолжать, мне кажется. Показывает, что может. Ну, молодец. Я бы на месте рефери и самого Спинелли прекратил бой тогда уже. Но мы знаем, чем все это закончилось. А Виталий должен был, так сказать, выпустить пар. И это получилось. Сильнейшие удары. Сильнейшие удары левой, правой. Ну, куда там? Не устоит любой, кто попал бы сейчас под горячую руку. И Спинелли был повержен. В первом раунде буквально менее минуты там хватило для этой победы. Это победа на киевском ринге. Что ж, мы видим, что рефери очень справедливо решил сейчас все это, а Виталий дал выход своим эмоциям. На Франческо обрушился шквал ударов, противостоять которому он не смог. И рефери, предвидя последствия для здоровья моего оппонента, остановил поединок. А все это, уже погорячившись, увидел и Виталий. Отдал, я думаю, должное. И мы это видели, были свидетелями тому мужеству Франческо Спинелли. Вот вы видите, в начале, в повторе, такая атака бурная, несколько сумбурная радость победы, но радостью это не назовешь, он переживал за брата прежде всего, но а выход эмоций был, и затем, поскольку он подтвердил, стал чемпионом Европы, подтвердил это звание, то разделил эту победу своим соперником.